what is the equivalent? This number here. If you have a graph that's connected, node has no loops, parallel edges, and it's on a graph, and it's on a torus. Как изменится формулировка для тора? Или в каких-то торах? Все помните, чему равна? Нулю. Нулю. Значит, в тех неравенствах что изменится? Там ноль будет. Там ноль будет. А значит... And remember our condition and our graph, remember that each face had to be a disk. Значит, я равно при этом. Вот. Значит, посмотрите, там все неравенства превратятся в равенство. То есть 0 будет равен 6. Да, значит, вершины будут ровно степени 6, а грани будут ровно треугольники. Соответственно, вопрос, существует ли граф, у которого степень всех вершин 6, а все грани треугольники, и он на торе? Да наверняка есть. Можете? F минус E плюс V – это 0, поэтому да. При V минус E будет больше или равно 0. On the torus, that there will be 0, not the 2, but the 0. Be 0 also, will be 0, and then there will be 0. So, we mean that 3V... То есть все степени вершин равны 6. All degrees... All degrees are, all the vertices are equal to 6. И вверх еще посмотри на неравенство, с которого начинали, слева наверх. And all of the faces are triangles. And we Давайте попытаемся найти. Need to find the graph which all the faces triangles and the all degrees of the vertices of this graph are equal to 6. Okay. Отлично. А для этого надо взять решетку на плоскости. А дальше надо понять, что с чем склеить. And by the way, what should this say? The mistake here, isn't it? Меньше или равно 6. Надо написать число 6. Там было 5 раньше, а теперь надо написать 6. Okay, 6. As you said, you can always triangulate it so you have a... Нет, вы должны сказать, что ровно 6. Он пишет больше или равно. Вы говорите, вы только что доказали, что ровно 6. Yes, equal. We hear it. E is more or equal to 3V and 3 equal to. Неравенство превращается в равенство. So inequalities. The equality. Okay. Okay. Inequality. Ты разбирался. Я не понимаю. Ну и что там равенство? Почему это? Тебе нужен такой граф. Тебе нужно придумать, как тор разрезать на треугольнике. 3V равно E. Да. Откуда мы знаем, что чему равно? Мы знаем только соотношение. Мы знаем, что все вершины степени 6 и все грани треугольники. Такой граф нужно придумать. А? Эхо в гром. Ну молодец. Теперь думай, что с чем склеить, чтобы получился тор. Теперь проставь буквы. Все у всех вершин. Нет, вершины. Дальше давай, говорю, там, Б, ну, где лифты у тебя? Лифты. Да, Б, Б, и еще лифты, С, С. Тебе надо сказать, что степени всех вершин равны 6. И вот это будет неправдой. Как-то не обидно. Или правдой. Давай, номера проставь. Раз. Да. Нет, она не с этим склеивается. Да. С чем оно склеивается? Да. Отлично. Значит, из точки А выходит 6 ребер. Ну, из центральной точки точно выходит 6 ребер. Из точки Б сколько выходит? Ну все видят, да. Нет, третье оно и есть ребро, да. Да.
Да. Отлично. И с точки B тоже. Ну и с точки C аналогично тоже 6. Все? Все? У всех вершин степень равна 6. Я не понял. Что ты не понял? Почему если 3b равно e, тогда все треугольники? Потому что верхнее неравенство было. Вот на доске самое верхнее левое неравенство. Да, они все неравенства должны быть превратиться в равенство. Мы получили граф на торе. Степени всех вершин равны 6, все грани треугольники. So we drew a graph that has a degree equal 6. All degrees are equal 6. Отлично. И все грани треугольники. And all faces. Okay, so then what does this theorem become? The six-color theorem, what does it become when you're on a torus? Во что превратится теорема для тора? Мы только что показали пример, как у каждой точки 6 соседей. Он спрашивает, во что превратится теорема раскраски? Сколько можем, все. Вот говори. 7. Что 7 способен говорить? 7. Yeah, if you apply Nikolai's argument. We take one, there are six, and we forget. Mm-hmm. Okay, that becomes six. Okay.